полдень 5 августа в Лужском Заречном парке открылся новый спортивный объект – закрытая площадка для скейтбордистов и BMX-велосипедистов. Расположена площадка на нижнем ярусе парка. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Никита Коваль на открытии площадки заметил, что это не последний спортивный объект в парке, и он лично проследит за этим. В этом году уже не получится, в следующем году постараемся здесь открыть еще баскетбольное поле, вот как раз на том пустыре, про который говорил Олег Михайлович. То есть я сам возьму это на свой личный контроль, делаю все возможное, там, возможно, из депутатских средств, возможно, из бюджета региона мы предусмотрим, чтобы у нас была здесь такая красивая баскетбольная площадка и тренировались такие хорошие ребята.